Да, Дуда плей. Может, предъявим? Так, смотри. У нас налички только 166 тысяч. Недвижка. Да, недвижимость средняя. Так, смотри, 5 лямов дюплекс стоит. Ну, на дюплекс у меня все равно денег не хватает, 5 миллионов. Так, потому даже у меня не входит даже в банк, смотри. Кредит на дюплекс 4500. Может, все-таки смогу купить дюплекс? 4500, 5 тысяч. Ой, 5 миллионов. Так, а ну-ка, что у нас? Сумма на счету миллион. А нам нужно сколько? 500 тысяч всего лишь. Так, давай снимаем, короче. Я думаю, снимаем, короче, знаешь сколько? 800. 800 тысяч. Раз, два, три. 800 тысяч снять. Кредит на дюплекс наберем. Да. Столько берем. И... Подожди. 5 миллионов надо. У меня почти что миллион есть. 400, все правильно. И берем, вот, например, на 6 лет. Оформляем. И покупаем дюплекс. Супер. Да. Нормально. 54 тысячи доход будет у меня. Да. Отлично. Успешная продажа. Мы этот настройку компьютеров успешно продали. И мне вернулось 30 часов. Теперь у меня свободное время 22 часа. И, в принципе, нормально все. Сейчас посмотрим. Мне нужны потом, какой у меня будет. Так, садовый домик поднялся на 480 рублей, спасибо. Так, успешный месяц продаж. В этом месяце копирайт приносит вам дополнительный доход 10 тысяч рублей. Ну, сумма-то не сильно большая, но все равно спасибо. Приятно. Так, у меня наличка 115 тысяч, да? Давай положим на депозит. Ну что, блин, 80 тысяч положим. Раз, два, три. Пополнить. Так, у меня на депозите лежит 385 тысяч. Хорошо. На всякий случай деньги должны лежать. Так, недвижимость. Все меня тянет на недвижку. Так, свободное время 32 часа. Недвижимость. Давай посмотрим среднюю. Дом на окраине 1 400 000 всего лишь, да? Так, 1 400 000. Так, а у меня налички сколько денег? Подожди, хочу кредит невозможно. 1 300 000. Так, у меня депозит еще есть. Брать или не брать? Доход всего лишь 12 тысяч. Нет, пока не буду, наверное. Пока не буду брать. Потому что мало ли. Я вообще играюсь на такой. Иду по лезвию ножа. Ой, потому что, знаешь, что? Потому что. Вот так. Я ж знал, смотри. Я же знал. Вот, смотри. Проблемка-то. А у меня сейчас деньги зато есть. Не хотят чуть-чуть. Хотя бы немножко. Я бы купил бы дуплик, этот самый дом на окраине. Все, я бы влетел бы в трубу. Семья. Поздравляем, теперь вы в официальном браке. Придется потратиться на свадьбу. И вас ждут новые семейные расходы. Потребительская корзина плюс 7%. Цена 250 тысяч. Расходы 10 тысяч. Требуется время 20 часов. В смысле, еще 20 часов свободного времени требуется? Нет, подожди. Офигеть. Денежный поток минус 26 тысяч. Банкрот? Давай. Банкрот? Нет. Так, смотри, резкое изменение курса. Продукция компании Натекс оказалась опасной для здоровья. Многочисленные судебные иски и компенсации поставили компанию на грани краха. Стоимость акций начинает падать. Так, ну я не играю, я не покупаю эти акции. Они мне нафиг не нужны. Без там постоянно что-то растет, что-то постоянно падает. Только купишь, у тебя все там упадет. И ты будешь полный обе. Так. Так. Недвижка. Давай проверим малую. О, есть 6 соток. Смотри, 84 тысячи. Ну, у нас не хватает денег. Ну, и не нужно. Ну, и не нужно покупать. Я все жду, когда же тут будет банкрот-то у меня. Так, вы оптимизировали рекламный щит. Молодец, вы банкрот. А нифиг надо было жениться тебе с вами на 200 тысяч-то. Тратить. Сколько там, 200 или сколько тысяч потратить? 17 тысяч, ну ладно. Сумму снимаем. 40 тысяч.
Раз, два, три. 40 тысяч снять. Окей. Погасить. Продолжить. Это у нас ничего нету. Возможности. А что у меня там денежный поток? В смысле у меня расходы 636 тысяч? А доходы 613? В смысле? Что-то я не понимаю. Как так? У меня расходы такие огромные. А что у меня на расходы идут? Угу. Подписка на журнал. Короче, слушай, я тут сейчас трубу вылечу. Я сейчас вылечу в трубу. У меня расходы огромные. Так, банк. Потребительский. Отказано. Я даже не могу потребительский кредит взять. Слушай. Что делать? У меня депозите сколько? 350 тысяч. Так. Короче, знаешь, что делаем? У меня есть активы. Так. Попробуем что-нибудь продавать. Гараж. Гараж. Сколько мне приносит? 2500? 200 тысяч. Так, не буду продавать. Рекламный щит. У меня приносит 7 тысяч. Стоит. Так, это... Давай, все, что приносит деньги, мы не будем продавать. Ага, новый гараж, новый киоск тоже приносит деньги, да? Так, а ну-ка, рекламный щит тоже, рекламный щит это все приносит, и старый деревенский дом. Так, смотри, да, 120 тысяч. Продаем старый деревенский дом, берем здесь 12%. Так, старый деревенский дом, так, пускай на продаже будет, старый киоск. 22 тысячи приносит, так, ладно, пусть приносит. Старый садовый домик. Так, тоже мне приносит деньги, не могу продавать его. Так, и средняя недвижимость, смотри, душка. 1 300 000. Так, давай продаем душку, подключим 1 300 000. Давай 1 500 000. Ну, давай так вот, 1 553 000. Так вот продадим. Так, душка подключим. Так, где у нас тут? Дюплекс. Блин, а дюплекс не приносит деньги, я его не буду продавать. Так, квартира под ключ. Так, что у нас за квартира под ключ? Угу. Так, давай продаем. Делаем тоже где-то 14%. Так, это у нас квартира под ключ. Так, дальше. Небольшой дом. Он приносит деньги, не будем продавать. Офис на первом этаже тоже приносит деньги, не будем продавать. Студия под ключ. Так, студия под ключ, продать ее. Так, 12% где-то. Ну, 14% даже сделаем. Студия подключена. Так, точка фастфуда. Она же тоже нам приносит деньги. Да, 70 тысяч тоже продавать не будем. Так, бессрочный депозит. 350 тысяч тоже. Мы пока не трогаем. Нам нужно гасить кредит. И срочно причем. Так, ладно. Идем. Так, вы банкрот, смотри, 700 рублей всего должен, да, банку? Так, потребительский кредит мы не можем взять, даже нисколько. Депозит мы снимаем сразу здесь 5000, например. Снимаем и гасим долг. О, смотри, успешный месяц продаж, это месяц лечебный массаж приносит вам дополнительный доход 28 тысяч рублей. Это очень хорошо. Так, дальше. Не продали. Блин. Ничего, у нас денежный доход минус 23 тысячи, надо запомнить. Он не будет вырастать, я надеюсь. Тут мы ничего не будем делать. Даже нету смысла. Так, о, что-то продали за двушку за 1,5 миллиона. Отлично. Так. У нас денежный поток стрим минус 11 тысяч. Мы сейчас что-нибудь гасим. Гасим что-то так. У нас ежемесячный платеж здесь 8,5 тысяч. Мы его гасим. Полностью. И гасим еще, знаешь что? Здание кафе, смотри. Вот это тоже гасим. А, нет, мы его не погасим. 2,5 миллиона. Так, дуплекс, небольшой дом, леса, вот вонючая леса,
Блин. Давай гасим. Погасили. Так, все, смотри, мы у нас уже в плюсе идем. Хорошо, здание кафе. 185, 4000 мы платим. Ну, 15%, в принципе, нормально. Так, здание, занятие олимпийским тренером. Да вот это тоже гасим. Погасим. 7000. Есть. Так, что у нас тут еще есть интересное? Ну, давай попробуем. Что у нас тут такое еще? 15%, 10-15%. Точка фастфуда. Тоже, ну, частично хотя бы. Почему частично? Мы полностью его погасили. Так, и давай вот это, значит, частично хотя бы погасим. Ну, сколько? Вот так вот. Так, все, отлично. Так, денежный поток у нас идет 156 тысяч. Нормально, неплохо, неплохо. Мы это как бы справились. Справились с нашими супер расходами. Так, хорошо. Хорошо, что у меня недвижка была. Слушай. Так, улучшаем, улучшаем. Так. Ух, справились. Давай кредиты позакрываем. Угу. Вот это здание кафе, 1 700 000 осталось. Вот давай дуплекс. Вот это я дуплекс этот купил. У меня. Ну, 10% ставка, 10%. Давай что-то побольше, где ставка идет. 15 и 10. Да, вот это здание кафе. 1 700 000, ну мы частично хотя бы погасим. Неплохо так, почему. В принципе, все, погасили. А в депозите у меня 340 тысяч. Ну мы депозит вообще не будем трогать, потому что мало ли что дурачок купит себе. Так, недвижимость средняя, да, посмотрим среднюю недвижку. Смотри, у нас есть комната, офис, но у меня нету наличных. 1 600 000 стоит, ну 130 тысяч приносит. Так, а свободного времени у нас, в принципе, есть достаточно. Ладно, пока ничего не будем здесь покупать. Так, это мы ничего не смогли продать. Ладно, идем дальше. Так, смотри, эффект от бизнеса ТВ. Ваш регулярный просмотр передач на ТВ на бизнес-канале дает результат. Понимание вами идеи бизнеса существенно улучшается. Доходы от бизнеса 3%. Спасибо. Так, это мы ничего не могли продать. Ух, хорошо, хорошо. Так, недвижка. Давай посмотрим крупную недвижимость. Так, склад, смотри, доход аж 307 тысяч, но стоит почти что 25 миллионов, которых у меня сейчас вообще не предвидится, вообще нет. Ладно, ну, в принципе, да, склад, это хорошая тема. Так, смотри, у нас наличка 170 тысяч, давай депозит сразу 100 тысяч положим. Раз, два, три, так, пополнить. И у нас есть, и погасим какой-нибудь кредит хотя бы. Какой небольшой у меня? Вот 1 200 000 есть. Здание кафе. Давай его частично нет, не можем гасить. Дуплекс тоже мы не. А, нет, смотри, чуть-чуть какой-то кусочек. Погасим. Хорошо. Так. Киоск. О, 400 рублей к аренде плюс. Хорошо. Так, и гараж. Видишь, гараж мы не трогали, а он приносит деньги. Так, наличка у нас пока 174 тысячи, денежный поток 160 тысяч. Хорошо. Трата времени. Так, ваша техника дала сбой. И вот и славно будет время для работы с бумагой и ручкой. Это зачастую немного продуктивнее. Вы избежали поглощения времени. Так, требуется время 2 часа. Так, не удалось, не удалось. В смысле 2 часа? Нехватка времени. У нас нехватка времени, свободного времени нет. Что у меня жрет время? Так, книга. Доходы, разовый доход. Все нормально, книга, хорошо. Коммерческий паблик. Так, сколько у меня? 30 часов съедает. Ну и доход всего, что большой, 10 часов. О, 10 тысяч. Так, это мы не будем трогать, нафиг. Копирайт. 20 часов жрает, а доход всего лишь 5 тысяч. Давай его продадим, копирайт. Да, то так вот 12% взяла. Просто нам освободится время. Поехали дальше. Ой, на красный. О, нет. Политический кризис. В финансовом секторе начинаются волнения, вызванные переизбытками инвестиций в сферы экономики. Пузырь вот-вот лопнет. Аналитики предсказывают падение рынка. Впереди тяжелые времена. Падение рынков, значит, это по аренда все упадет. Блин, жесть. Вот это бы, вот это нам не хватало. Так, вот это нам еще не хватало. Ах, ты, ё-моё. О, успешная продажа. Студия под ключ. Спасибо. Да, 600 тысяч у нас есть. Угу. Так, в депозите у меня 400 тысяч. Давай сюда в депозит положим 200. Раз, два, три. Так, пополнить.
тяжелые времена, все дела. И кредит мы какой-нибудь попробуем немножечко погасить. Небольшой дом, давай. 10%? А, нет, смотри, здесь 15%. Давай побольше, который процент. Оп. Половину мы даже сможем, смотри, загасить. Здание кафе. Отлично. Отлично. Так, денежный поток 163. Так, денежный поток, он у нас почему-то не уменьшается. А вот смотри. Кризис развивается. Последние мировые события начинают влиять на зарплаты. К счастью, законодательство не позволяет работодателям снизить их, соответственно, потерям прибыли. Ну, хорошо. Может, хорошо, может, хорошо. Ладно. Так. Наличка 150 тысяч. Заходим в банк и кредит гасим. Вот здание кафе. Да, давай здание кафе погасим. У нас 184 тысячи в месяц. Так, подожди. 180 тысяч в месяц. Так, это что у нас тут? Время у нас есть? А, время, нехватка времени. О. Так. 160. Опа, очки. Смотри, у нас денежный поток увеличился. Кредит на здание кафе окончательно закрыт. Спасибо. Точка фастфуда подорожала. А, смотри, в соответствии с текущим рынком. Та-та-та-та-та-та. Так, точка фастфуда у нас увеличилась, аренда на 600 рублей. Спасибо. Так, это тоже поднялось. Вы активизировали, оптимизировали актив. 50 тысяч сейчас снимут. Наверное, мощно. Так, что у нас здесь? Времени у нас вообще нету. Бизнес. Ну, давай крупный бизнес посмотрим. Молокозавод, смотри. 160 часов требуется. Офигеть. Ну и приносится тут 300 тысяч. Так. Наличка у нас 33 тысячи всего лишь. Куда делись деньги, если у меня денежный поток 350 тысяч? Почему так? Трата денег. Опять авто сломалось. Оно же там... Есть. Водитель, пусть ремонтирует бесплатно. Так. Нет, ничего не продали. Почему у меня наличка стоит? Не понимаю. А, вот. Месяц прошел. Хотя денежный поток такой большой, почему у меня так мало? Так, смотри, копирайт, примите решение. Вы размышляете о том, где искать клиентов, местных или издалека. Местного поближе к дому, крупного, федерального издалека. Конечно же, крупного федерального. Так. О, актив копирайт, успешно продан. Вот так. Доходы, конечно, минус 9 тысяч меньше будут получать, но зато у меня время 20 часов добавилось. Но все равно нехватка времени 8 часов в мире. Какая же это жалость. Так, трата денег. Вы записали... Опять трата денег. Вы записались на годичный курс изучения английского. Куда тебе этот английский язык? Чертовски хорошо развивает голову, а о том, что в жизни пригодится, и говорить не приходится, теперь это уже необходимость. Так, ну ладно. О, наличка у меня почти что 200 тысяч. Так, ну давай закроем какой-нибудь кредитик. Кредитик, кредитик, кредитик. Вот этот, смотри. Миллион, 1,5 миллиона, а это 3,4 миллиона. Ну так, ну давай этот попробуем, большой попробуем погасить. Есть. А этот мы сможем погасить хотя бы частично? Да. Хорошо. Так, у меня денежный поток 340. Должен быть больше немножечко. Так, акции мне не нужны. Я не хочу заниматься акциями. Так. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей.